188 молодых профессионалов Ленинградской области стали финалистами 4-го регионального чемпионата WorldSkills. С 18 по 20 февраля ленинградские студенты и школьники соревновались в 48 компетенциях на 17 современных площадках. Участников набралось за 300 человек, а количество гостей перевалило за 2000. Из лужских мастеров награды взяли Олег Казанцев и Андрей Корзюк из компьютерного центра. Они заняли второе место в компетенции «Сетевое и системное администрирование среди юниоров». Кристофер Стивенс из лужской школы номер 3. У него первое место по инженерному дизайну среди юниоров. Игорь Потапов и Егор Пылаев из компьютерного центра взяли первое место в изготовлении прототипов в зачете юниоров. Алексей Панкратьев из Лужского агропромышленного техникума стал лучшим плиточником Ленинградской области, а Алексей Донкин из того же техникума занял второе место в компетенции сантехника и отопления.